Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Живой звук. Прости меня, если обидела. Пусть тебе там лучше и радостней, чем со мной на земле. Как коллеги оценили творчество снайперов? И не подыгрывали ли они из уважения к незыблемому авторитету Дианы Сергеевны? Вы меня сломали сейчас. Ну, когда вы поете, у меня мурашки, я плакать хочу. Оголенный нерв, разрыв сердца, разрыв всего сознания. Все покажет решающий раунд – битва каверов. Сможет ли Ваня Дмитриенко спеть 31-ю весну так, чтобы расчувствовались даже рокеры? В любое время не доходит поезда, и губы счастья здесь вредны. И как примет публика нежную Венеру Юпитер в исполнении взрывной Дианы Арбениной. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Сначала не поверил, что это живой звук, я подумал, фанера, и сижу такой в кресле, думаю, чё меня сюда позвали. А потом, оказывается, играют-то вживую. Обалденно, обалденно играют. Но все же, на чьей стороне окажется строгое жюри? Сможет ли оно вообще сделать выбор? У вас сломалась передача. И кто станет новым победителем битвы поколений?